Послушав многочисленные заказы, я выбрал стих из четвертой песни Шимат Бхагавата, глава 29, беседы народы и царя Прачинабархи, текст 66. Мана эва манушья ся пурва рупани шамсати. Это Нарадамуни обращается к царю Прачиннабархи. О царь, пусть тебе во всем сопутствует удача. Ум ⁇ причина того, что живое существо получает тело определенного типа, соответствующее характеру его взаимодействия с материальной природой. По состоянию ума живого существа можно судить о том, кем оно было в прошлой жизни и какое тело получит в будущем. Таким образом, ум содержит информацию о прошлой и будущей жизни живого существа. Комментарий Шилы Прабхупады. Ум является источником информации о нашей прошлой и будущей жизни. Если человек преданный Господа, значит в прошлой жизни он уже занимался преданным служением. А человек, ум которого полон преступных замыслов, в предыдущей жизни был преступником. Точно так же по состоянию ума можно судить о том, что произойдет с живым существом в следующей жизни. В Бхагавадгите 14.18 сказано «Уртхам гачанти саттвастха матхи тиштханти раджаса а джагана ягуна вриттистха адха гачанти тамаса». Те, кто находится под влиянием гуны благости, после смерти поднимаются на высшие планеты. Люди в гуне страсти остаются на планетах типа Земли, те же, кого, на кого влияет гуна невежества, падают в адские миры. Если человек находится под влиянием гуны благости, деятельность его ума приведет к тому, что он попадет, попадет на одну из высших планет Вселенной. А если его мысли грязные, его будущая жизнь будет ужасной. По состоянию ума можно судить о прошлых и будущих жизнях живого существа. В этом стихе Нарадамуни благословляет царя и желает ему удачи. Иначе говоря, он хочет, чтобы царь избавился от всех материальных желаний и перестал строить планы, связанные с чувственными наслаждениями. Совершая ведические обряды, царь надеялся на то, что его будущая жизнь будет лучше. Но народ ему не хотел, чтобы он расстался со, со всеми желаниями, порожденными умом. Как уже было сказано, все тела на райских и адских планетах являются порождением ума. И все страдания и наслаждения материальной жизни мы испытываем тоже в уме. Мы переживаем их, когда восседаем на колеснице ума. Маноратха. Вот почему говорится, я бактер бхактир бхагаватия кенчана сарваргуна татраса маса тесура харава гуна. Сати, сати дхавато непоколебимо предан личности Бога, обладает всеми замечательными качествами полубогов. Качество же непреданного материальны и потому немного стоят, ибо такой человек парит в умственных сферах и не может устоять перед блеском материальной энергии. Багаватам 5, 18.12. Пока душа не предастся Господу, то есть пока она не обретет сознание Кришны, она будет парить в умственных сферах, попадая то в высшие, то в низшие формы жизни. Все те качества, которые с точки зрения с материальной точки зрения считаются хорошими, по сути дела не имеют никакой ценности, потому что не способны спасти человека из круговорота рождения и смертей. Иначе говоря, человек должен избавиться от всех желаний, порожденных умом. Аня Билаши, Ташунья, Амгена, Карма, Дианавритам. Мы должны полностью избавиться от материальных желаний и прекратить заниматься философскими поисками истины и кармической деятельностью. Самое лучшее для человека это посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. В этом высшее совершенство человеческой жизни. О царь, пусть тебе во всем сопутствует удача. Ум ⁇ причина того, что живое существо получает тело определенного типа, соответствующее характеру его взаимодействия с материальной природой. По состоянию ума живого существа можно судить о том, кем оно было в прошлом, в прошлой жизни, и какое тело получит в будущем. Таким образом, ум содержит информацию о прошлой и будущей жизни живого существа. О, Магиана Тимирандася, Генанджана Шалакая, Чакшурун Милитамина Тасма, Шри Гуравена Маха, Шри там Манобиштам, Стапитами Бутали, Сваям Рупакадамахиам, Дадати Свападантикам, Ванчакалпатару беяшча, Крупа Крипасингупи Эвача, Патитанам павани бьо, Вайшнавипьо на аикришна читания прабуниада сиадвайта гадатхара шиивасади гора багта вринда хари кришна хари кришна кришна кишна хари 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 рама хари рама 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 хари хари Намо Вишну Падая, Кришна Приштая, Бадалейши Мати Бхакти Виданта, Свами Никинамине, Намасте, Сарасвати Деви, Гауравани, Прачарины, Нирвишайши, Шунивади, Пашчати Адейши, Еще раз прочитаем текст, потому что он важный. вот царь, пусть тебе во всем сопутствует удача. Ум – причина того, что живое существо получает тело определенного типа, соответствующее характеру его взаимодействия с материальной природой. По состоянию ума живого существа можно судить о том, кем оно было в прошлой жизни и какое тело получит в будущем. Таким образом, ум содержит информацию о прошлой и будущей жизни живого существа. Итак, Нарада Муни дает знания царю Прачинабархи и дает ему благословение. Бхадранте. Т, значит, тебе, бхадрам, удача. Субхадрам, особая удача. Что это значит? Он прибыл во дворец царя Прачинабархи Шата и видел, что царь в материальном плане неплохо поживает, все у него хорошо. Он занимается пунья кармой, благочестивой деятельностью, совершает различные ведические обряды. Все согласно ведам, в его распоряжении квалифицированные жрецы, все делается правильно, хорошо. Казалось бы, о чем еще мечтать, о какой еще удаче можно тут говорить? И тем не менее Нарадамуни появляется и говорит ты удачи тебе, о царь. Вот, вроде как будто бы он какой-то там в неудаче находится. Вот, и совершенно очевидно, что Муни под удачей имеет в виду нечто другое чем обычно а, привыкли думать люди. Благополучие, богатство, все возможности у царя уже есть. О какой же удаче идет речь? Вот, а, Нарадамуни хочет а, вырвать царя из вот этого всего ведического круга, вот, потому что, как мы вчера говорили, в 9-й Бхагавадгите а, Кришна описывает, что достигнув плодов своей благочестивой кармы на райских планетах и исчерпав э, все это хозяйство, живое существо возвращается опять на Землю и опять может начинать этот вот, сказать, круг кармы. Вот. И э, с точки зрения народы Муни это не есть удача. То есть с его точки зрения удача это другое. Удача это вывести человека уже на уровень вечности, на тот уровень, который соответствует именно природе души сад читананда душа вечная полное знание и блаженство вот поэтому удача с позиции материалиста и удача с позиции святого человека это не совсем одно и то же и вот э, на родамуне он рассказывает разные истории царю про чинабархи вот он ему про эту аллегорическую историю про царя Пуранжину рассказал как тот кто наслаждается в теле какова его судьба проследил его жизнь э, до конца и потом и про следующую жизнь и так далее. Вот. то есть, э, с одной стороны, вот он пожелал удачу. Можно сказать, что, э, в общем-то, уже, как говорится, дело в шляпе. Да? Если святая личность такого уровня, как Нарада Муни, пожелал удачи, благословил о чем еще можно мечтать, то есть это благословение автоматом должно сработать, именно так мы надеемся. Вот, но при всем при этом народому не дает ему определенное наставление, а наставление обозначает, что какая-то работа должна совершаться самим человеком. Благословение это одно, но индивидуальная работа это уже другое. Я помню, когда я в юности занимался парусным спортом. Владивосток со всех сторон морем окружен с трех сторон точнее вот и там это распространенное так сказать, занятие лодки яхты байдарки катера всякие так сказать все со всех сторон вот и э, ты учишься управлять яхта называешься рулевой да ты рулишь всеми эти э, паруса значит там э, все так сказать хозяйство навигация ты учитываешь течение и прочее но э, самой главной удачей, для этого яхтсмена считается попутный ветер. То есть попутный ветер это вот все. То есть, у меня есть паруса, у меня есть значит, сама эта яхта, у меня есть э, рулевое перо, при помощи которого я рулю. Значит, у меня есть там киль, который держит, так сказать, кур, чтобы меня там не сносило туда-сюда. Вот. Но э, главная движущая сила это попутный ветер. Если попутного ветра нет, ну вся эта техника, она бесполезна. Штиль, то есть ничего не дует, и ты там можешь рулить сколько угодно. Паруса просто висят еще, и никуда ты не двигаешься. Вот это сейчас слово яхта, название почему-то изменилось. Уже яхта к каким парусам она отношения не имеет. Яхты почему-то какие-то большие пароходы вообще, где там про парусов никаких вообще и не слышно. Меня не спросили, взяли и переименовали слово яхта, там непонятно во что. Вот яхта это яхта, это там, где движение на парусах, и никак по-другому. Вот, то есть, а паруса обозначает что такое? Это обозначает движение при помощи силы ветра. И направление ветра – это и есть главная определяющая сила. Есть там разные, так сказать, курсы, можно против ветра ходить, называется курс там Бейдевинт, это вот сложная лавировка такая, сложными галсами такими курсами идешь. Но самое классное, вот это когда тебе прямо, так сказать, вот в спину дует, и все, и ты летишь на всех пор попутный ветер. Так вот, благословение святой личности – это попутный ветер. Но это еще не все, Потому что сам человек, он тоже должен что-то делать. Вот, то есть он должен держать эту лодку на курсе определенным образом. А попутный ветер ⁇ это благоприятные обстоятельства, что вот как раз куда ты едешь, тебе сопутствует попутный ветер. То есть вот Нарада Муни как проявление божественной милости, как некий попутный ветер, он говорит царю, вот я желаю тебе удачи. И это обозначает, что вот в этом направлении, если ты будешь двигаться, самого выберешь, то попутный ветер с моей стороны гарантирован. Удача тебе будет способствовать. Вот. Но то есть это не обозначает, что все благословения работают как, как там в каком-то автоматическом режиме. Они просто помогают человеку, если он двигается в верном направлении. Итак, это одно, что сказал Нарадамони. Второе, это он объяснил принцип, каким образом наш ум является показателем прошлого и залогом будущего. Все очень хотят знать свою прошлую жизнь. Давайте меня там в регрессию погрузить или там посмотрите там какую-нибудь мою там карту глубинную, да, астрологическую, вот или скажите мне, предскажите мне, там, кем я рожусь в будущем, это вот очень интересно. Но здесь Нара Дамуни дает общий принцип, по которому мы можем понять. Допустим, если вы увидели такого человека всего красного, запыхавшегося, потеющего, растрепанного, вы не знаете, ощущаю, откуда он взялся, да? Вот, но вы можете по этому состоянию понять, что, скорее всего, там, он бежал откуда-то, ну, то есть какая-то нагрузка была, потому что весь он, он тяжело дышит, он весь красный, потный, растрепанный, все. Это обозначает, что что-то там какая-то была нагрузка. Вот. Или вы видите какую-то сонную абсолютно физиономию с такими заплывшими глазами, вот, то есть вы понимаете, да, что человек только что проснулся. Вот, то есть в каком-то смысле глаза, лицо – это вот зеркало не души, конечно же, не души, а зеркало ума. Вот, до души там еще, так сказать, много-много тысяч миль нужно копать. Вот, но а, что это зеркало ума, это точно. Вот, то есть а, ум а, отражает а, наше прошлое вот, и правопад этот простой пример, он говорит, если у человека в голове роятся какие-то там криминальные мысли, это обозначает, что э, он уже с этой темой был связан, поэтому э, он смотрит на людей и думает, так, как бы обокрасть этого, там, или ограбить того, у него какие-то схемы в голове крутятся, потому что у него это уже для него естественное состояние, его ум э, уже там под влиянием какого-нибудь раху, да, вот, со своими какими-то криминальными тенденциями, вот, и поэтому он думает, вот, так, так я буду действовать, да, или наоборот, если человек легко становится преданным, это обозначает, что в его уме уже склонность к этому есть. А откуда она взялась? А потому что он этим уже занимался. Вот и все. То есть, э, если человек никогда в руках не держал гитару, да, он ничего не может. А если он когда-то на ней играл, он возьмет ее, даже, может быть, там не очень у него сразу будет получаться, но эта память прошлого, она позволит ему, он там через пять минут раз, раз, все уже вспомнил и заиграл. Это обозначает опыт, который хранится в уме. То есть ум – это некое хранилище. Ну, не только ум, а в целом тонкое тело. Ум, разум, эго – это все одна система. Это не какие-то там по разным чашечкам или коробочкам лежащие элементы. То есть это в целом тонкое тело, работающее просто в разных режимах. Как вот какая-нибудь там колонка, аудио, да, многополосное и все. Там нижний, это самый динамик, это бас, нижние частоты, потом будут средние, высокие. Звук один. Но он расщепляется по разным уровням в зависимости от чистоты. Точно так же тонкое тело одно, но его, так сказать, высшие вибрации ⁇ это ложное эго. Ниже идет разум, потом идет ум. А в целом это все одно обусловленное сознание, чьи-то оскверненное сознание живого существа. Вот. И ум вот эти вот все самскары и впечатления прошлого хранит. Есть, Патанджали объясняет, что существует четыре типа самскар, которые влияют вообще на, на то, кем мы, собственно говоря, сейчас являемся. Вот, то есть первый тип самскар это называется среда рождения. Среда и время, эпоха рождения. Это вот в целом называется дэша и кала то есть дэша это место кала это время рождения и поэтому в какой человек в какой стране человек родился в какую эпоху он родился развитого социализма перестройки там какого-то там еще не знаю чего вот то есть это все будет например, отпечатки это вот первое это сказать что ну, человек является то, что называется детерминизм окружающей среды. Вот это вот он порождение среды. Вот это место, здесь такой климат, поэтому он так одевается. Вот, или там он родился в такую-то эпоху, поэтому тут поют такие-то песни, со всех сторон слышны такие-то лозунги там, или люди используют какой-то определенный язык, соответствующий вот нынешней какой-то ситуации. Итак, Дэша и Кала и детство очень сильно тоже в эту же категорию относится, чему его научили, что он там слышал, что он видел. Это все относится вот к этой первой категории самскар, дэша и кала, место и время. Очень сильно влияют на человека. То есть он продукт определенной эпохи, он продукт определенного места. Вот, то есть как бы такая культура местная в текущий момент она на него сильно влияет. Вторая самскара это санга самскара, то есть непосредственно круг общения с кем общается человек не просто место и время а уже это более более активная сфера кто его родители значит кто его учителя кто его друзья в школе там или где-то еще куда то он там ходит с кем он общается вот это все тоже влияет на него санга третье это Пурва самскары то есть то что пришло из прошлой жизни как раз вот эта вот невидимая часть подводная да то есть чем чем он там занимался вот и Предположим, какой-нибудь там гаишник останавливает водителя, там проверяет ему там тест на алкоголь, тут говорит, не, 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 типа там я я трезвенький, как стеклышко да, я не пил. Они говорят, проверяют, проверяет следы алкоголя находят, да, то есть они не видят, что он пил, но по следам. Они понимают, что в прошлом он пил, потому что в крови обнаружен этот алкоголь. Вот это будет пурва самскара. Сейчас мы не видели, чтобы человек пил, но по анализу крови мы понимаем, что вот у него присутствует этот элемент, поэтому все, он как бы проштрафился. Пурва самскары во многом определяют типаж человека, его вот эти вот природные склонности, ну, то, что мы называем вот это вот как сказать призванием да то есть почему один ребенок они вроде бы родились вот пожалуйста да то есть у них первая самскара одинаковая они родились в одном месте и в одну эпоху они они вообще соседи да вот а они ходят в одну школу может быть там в какую-нибудь одну спортивную секцию или в какую-нибудь музыкальную школу то есть первая вторая самскара у них совпадает да? но третья самскара пурва у них разная прошлая жизнь поэтому один стремится допустим там туда а другой сюда этот хочет стать спортсменом, этот хочет стать юристом, этот хочет стать кем-то там еще. То есть э, при первых двух самскарах одинаковых, э, третья самскара, пурва Прошлая жизнь, у них совершенно разная, и поэтому они устремляются совершенно в разных. Даже они могут в одной семье родиться, там два брата, да, вот, и при этом иметь э, совершенно разную какую-то природу, хотя они продукт одной среды, одного времени и одной санги. Но вот это вот э, прошлые самскары совершенно разные, вот и поэтому они могут спорить между собой, там ругаться, не соглашаться, хотя они родные братья, да, вот. То есть вот это вот их, их прошлое, оно будет влиять на это. Вот и э, четвертая самскара это вот э, криямана карма, то есть э, уже тип деятельности, которым человек занимается сейчас, где он конкретно работает, каким типом деятельности он занимается. Вот это вот тоже будет очень сильно на человека влиять. И в целом э, в совокупности все эти вещи э, э, оставляют свои отпечатки или э, самскары в уме и вот мы имеем продукт вот поэтому мы наблюдаем такие и из этих всех самскар. Вот, тут можно сказать, что каждая имеет свою какую-то определенную важность. Непосредственно это санга, с кем мы сейчас общаемся, потому что это влияет на наше прошлое. Прошлое уже, как говорится, не изменишь. Что было, то было. Да? Какой-то опыт, человек там, прошел через какие-нибудь негативные вещи, допустим, там, через тюрьму или через какие-то лишения, может быть, там, в детстве какая-то бедность там, или какие-то травмы у него психологические были это то что уже не изменишь или из прошлой жизни что-то такое принес какие-то у него врожденные страхи там какая-нибудь аквафобия человек боится воды один говорит, там, пойдем, там, купаться, там, ныряет, другой не, я вот воды боюсь, там, да, потому что в прошлой жизни, может, он там утонул или что-то с ним такое было, какой-то негативный опыт, поэтому он этого боится. У другого аэрофобия, там, он летать боится, все, самолет для него, все его аж клинит, там, он даже зайти в него не может, Вот там, или клаустрофобия. Вот, то есть это все а, сам, самскары из прошлого, которые <coughs> формируют. Но а, санга, общение, это то, что сейчас приходит. То есть, допустим, Пурвасамскар Самскари, вот это вот Дешакала, что где мы родились, в каком месте, в какое время, или там наша прошлая жизнь, это вещи уже неизменные. То есть это уже некий ландшафт. То есть, это... И теперь, если вы хотите строить дом, вам приходится в местный ландшафт как-то там вписываться. Либо вы будете его там как-то срезать, либо просто будете искать какое-то решение, которое вписывается в нынешний ландшафт. Вот и все. Да? Вот. но санга общение вот и криямана то есть то что мы сейчас сделаем это это важные вещи то есть вот есть некая данность которая принесена и которая уже повлияла и вот мы говорим человек такой впечатлительный, допустим, да, или какой-нибудь он там пугливый, или робкий, или наоборот наглый, там очень решительный. Это все результат его прошлых самскар. Вот. Но это не окончательно. То есть теперь с этим что-то можно делать. Допустим, робкого человека как-то можно ну, закалить, привить ему какую-то уверенность, если там правильное ну, общение, да, дать ему какую-то веру, там, и как-то через практику, через общение, через какую-то деятельность он, глядишь, уже как-то и закалился, и увереннее стал, да, Хотя по рождению Самскара это у него не было. Вот, то есть вот эти вот два последних типа самскар Санга, общение и тип деятельности в которой вовлечен человек они в изрядной степени могут повлиять на его прошлое вот, то есть прошлое уже прошлое это, вот, это как вот такая некая некий ландшафт но мы видим что люди в общем-то ландшафт меняют вот, то есть какие какие-то там взрывные работы проводят в горах там какую нибудь дорогу прокладывают или туннель или что то еще тяжелая работа но в общем так сказать что то можно делать вот с той данностью которая была вот. И э, когда э, Нарадамуни говорит этому царю, что я желаю тебе удачи, вот, то есть э, он э, надеется, что царь примет вот эту вот сангу, общение с ним, да, э, как некую тоже самскару, такой фактор влияния, э, который э, поможет царю преодолеть вот эти вот свои представления об удаче, как просто о каком-то мирском благополучии, и вывести его на другой уровень понимания удачи, что удача это вот состояние, которое возвращает его к, к, его, к его духовной природе. Было бы одно дело там нищий человек, которому там нечего терять, кроме своих цепей, там, ему пообещать Царство Божие, он подумает, ну и классно. Вот. А человеку, у которого все вот так вот в материальном плане хорошо, как царь, вот, у него вот эти вот привязанности, ему будет не так все это просто сделать. Вот. Но тем не менее через сангу, через это благотворное общение и вовлечение его в другой тип деятельности, то есть в другую крем монокарму, не то, чем он занимался до этого, допустим, в преданное служение, да, это тоже будет крем карма какого-то типа момента когда человек допустим там поклоняется божествам или что-то там такое делает повторяет святое имя читает священное писание это все тоже впечатление оставляет это тоже будет определенная деятельность которая теперь поменяет немножко архитектуру или ландшафт его ума то есть, допустим, если было какое-то место преступления, приходят следователи, да, они цепляются в это место, сюда не ходить, потому что вы затопчете все следы, улики, да, им важно смотреть, какие там, значит, следы от машины, от людей, то, чтобы поэтому как-то найти, да, все это, вот, потому что если набегут новые люди, найдут новые машины, все там заездят затопчут и уже не найдешь этих прошлых следов, вот, потому что новые самскары наложатся на старые самскары, вот, поэтому весь тот ландшафт, с которым мы пришли из прошлой жизни и все то, что наложило на нас вот это вот наше рождение, эпоха, место, какой-то там вот ну, наши друзья и все прочее, то есть то, что сформировало нас как обусловленные личности, вот это можно сказать, что да, это сильные факторы, они определяют нас настоящих, вот но прошлое, вернее вот наше настоящее, вот оно может в определенной степени изменить вот и здесь очень важно как говорится, понять да у человека склонность к духовности есть вот если она есть то мы сдаем какие-то определенные звуки какие-то определенные вибрации которые должны прийти в контакт с этими как говорится, такими тонкими струнами души это называется резонанс, отклик, да. То есть, если, допустим, опять же мы э, там, ну, какая-нибудь там гитара, там музыкальный инструмент настраивается, вот, ну, мы знаем, допустим, там я еще что-то помню, да, что вторая струна, зажатая на пятом ладу, она звучит как открытая первая струна, вот. То есть при настройке такие правила используются, да. Итак. Э, я настраиваю, вот все, первая струна, там тональность какая-то, в которой я буду петь, да, она выбрана. Теперь я настраиваю следующую, вторую струну. То есть она должна, зажатая на пятом ладу, она будет звучать так же, как открытая первая струна. Вот, я там подтягиваю выше, ниже, да, для того, чтобы, так сказать, ну, резонанс произошёл. Вот, потому что резонанс обозначает, что все, мы на одной, на одной волне, да, одна частота определенная. Так вот, э, используя этот принцип резонанса, э, мы можем как влиять на людей. То есть, смотрите, у каждого есть определенная вот эта вот природа, материальная и духовная, как-то все это смешано. Вот. И как, допустим, нас заинтересовали какие-то вещи. То есть, если из внешнего мира раздается какой-то определенный импульс, который соответствует моему внутреннему интересу, возникает резонанс. То есть, я нахожусь на какой-то волне внутри. У меня какой-то интерес, я, хочу, я ищу каких-то определенных вещей. Да? И вот а, вдруг я вижу какого-то человека или слышу, он начинает что-то такое говорить, а, и его речи, они, как вот люди говорят, находят отклик в моей душе. Да? То есть это нашло отклик в моей душе, пришло в резонанс. Это обозначает, что этот внешний импульс, он соответствует моему внутреннему запросу, желанию. И вот мы встретились, я говорю, о, вот это то, что мне надо. То что мне надо именно вот в таком вот виде да вот а если допустим я слышу какие-то вещи говорят которые моим моим интересам внутренним вообще не соответствуют, я прохожу мимо никакого резонанса не возникает абсолютно да? вот. то есть вот это и обозначает что когда мы говорим издаем какие-то определенные духовные вибрации какие-то ценности духовные транслируем те люди которые внутренне настроены на эти вещи, или находятся в поиске, по меньшей мере. Они слышат и говорят, о, отклик, все, все, вот это мое, я, все, я вас нашел, все, спасибо, вот это вот мое знание, это мой путь, да, все как бы от, отозвалось, да. А другой человек, может быть, на какие-то даже сходные вещи говорит, но вот как-то, ну, не трогает, потому что чего-то не хватает, какого-то элемента не хватает, там как-то это все не так, может быть, подано, да. Вот, и поэтому человек говорит, нет, вот это не мое, а вот это вот мое. То есть это, собственно говоря, то, что и лежит в основе, ну не знаю, в материальном плане какого-то маркетинга, рекламы, да. То есть, допустим, психология рекламы. Людям нужно, продавцам нужно продать какой-то продукт, да. Вот этот продукт, может быть, он не такой уж и нужный людям, но как сделать так, чтобы он был, чтобы они подумали, что им это нужно? Нужно затронуть их внутренние струнки, нужно попасть в резонанс. Поэтому нужно найти какие-то слова, какие-то образы, которые как-то откликнутся. Человек говорит, о, классно, вот это мне надо! Да? То есть в, в такой форме подано. А дайте это как-то в каком-то, может быть, неактуальном виде, и человек даже и не узнает, что это то, что ему надо. Вот, то есть, поэтому эта вот психология рекламы, маркетинга, она изучает спрос людей слова, символы, образы, терминологию и так далее, и а, подбирает какие-то, так сказать, вот, ну, слова и все, и люди говорят вот, прямо какой-то вот такой рекламный слоган, который вот прямо соответствует вот, вот, тому, что надо, да? вот, а, а, это, это очень тонкая такая штука, которая именно основана на вот этой вот а, психологии, то есть как понять, что сейчас Модно, что сейчас востребовано, что сейчас люди ищут, вот и соответственно свой товар или услугу как-то так вот назвать, обозначить, что вот она будет соответствовать этому всему и люди будут, так сказать, с радостью говорить, вот вы вы, вы меня поняли, вы меня поняли, вы как раз соответствуете моим интересам, то что надо, давайте, да. Вот а, точно так же живое существо. Хотя оно покрыто, вот так оно, можно сказать, затоптано, его ум затоптан всеми этими самскарами прошлого, влияниями. Всё, и, и там молодежь говорит, да, это там старое поколение, этот совок, там рожденный в СССР, там они уже тупые, безнадежные, как мамонты, там динозавры, да, вот нам нужно новое мышление, да, мы цифровое поколение, или там мы какие-нибудь там миллениалы, там, или... ну, в общем, у каждого поколения у них свои какие-то там приколы, так сказать, какие-то там хипстеры, джипстеры, то есть уже и не знаю, как их там называть, то есть у каждого поколения на каких-то своих вибрациях, на своих ценностях живут и так далее. Вот и вы не можете, допустим, с ними говорить на языке каких, на каком-то старом устаревшем языке, они вас просто не поймут и не услышат, да? вот, то есть все должно быть в какой-то а, соответствующей гуне. А, смотришь там какого-нибудь блогера, он какой-нибудь обзор чего-нибудь там делает, да, и он там говорит: ну, поехали там вперед. Если вы скажете, ну, потихонечку, с Божьей помощью начнем. То есть, все, через 3 секунды 95% зрителей от вас просто отключится. Вы просто, так сказать, какой-то устарелый там, динозавр. Да? Нужно, нужно действовать в духе времени. Все, попасть в эту гуну. У вас определенная гуна, у них определенная гуна. Все, вы вместе. Если слушатели в одной гуне, вы в другой гуне, у вас не, не, не возникает причастие вот, Поэтому вот эти вот вещи, которые о которых здесь говорит Нарадамуни, он просто описывает механику, как действует ум, вот. и мы видим, что люди даже не читая багава там как-то неосознанно всеми этими механизмами пользуются, потому что, ну это не так сложно нащупать на самом деле все, вот. Но для нас то важно, что каким образом изменить вот эту вот архитектуру или ландшафт собственного ума под интересы души Потому что сейчас получается, что душа э, находится в определенном рабстве. То есть она в заложниках находится. Вот. И в заложники ее взял кто? Ее собственное порождение – ум. То есть ум – это тень души. Знаем, что ум, тонкое тело – это проекция сознания души на материю. Эти вот э, материальные элементы, грубые и тонкие, это не что иное, как вот определенное такой так называемый сагуна, брахман или вот эта вот духовная субстанция в материальных гунах, в материальных качествах, вот для того, чтобы мы вели себя здесь как, как обусловленные души. Условия. И духовная практика обозначает, используя абсолютно тот же механизм Самскар, абсолютно тот же самый, и абсолютно тот же этот механизм резонанса, теперь уже не использовать, не эксплуатировать человека как какого-то потребителя, втюхивая ему какую-то через рекламу, какие-то там ненужные вещи, а достучаться именно до души, чтобы дать ему главный товар буквально в буквальном смысле слова есть ну, у Бхактинот Хакура такая была ну такая брошюрка статья там книжка маленькая вот это вот намахата то есть и, и изначально слово намахата обозначает просто Рыночный, вернее, как рынок, рынок Святого Имени, вот, то есть место, ну, куда люди приходят, там продаются овощи, фрукты, а здесь такой необычный прилавок, значит, где продается Святое Имя. Вот, и именно термин, что это товар, это реальный товар, вот, и этот товар можно купить за определенную валюту, прямо такую терминологию использует Бхагавад-Хакур. И какова же валюта? Это Шрадха, это вера. То есть, если у тебя веры нет, ты начал повторять Хари Кришна мантру без веры, она не проявится. ты подумаешь, какая-то подделка вообще, мне подсунули, да? Вот, но товар соответствует оплате, да? Если вера настоящая, то и товар настоящий, имя откроется. Веры нет, просто какая-то пустышка внешне тебе говорят, вот там Хари Кришна, это классно, а я повторяю и ничего не чувствую. То есть, это обозначает, что я не заплатил ничего. То есть вот эта вот оплата со своей стороны, с моей стороны, этот вот вклад, это шрадха, вера, это есть та самая валюта, за которую я покупаю это. И вот теперь при правильном использовании это и совершает самые сильные самскары. То есть это и меняет как раз этот весь ландшафт нашего ума, все то, что было создано, создано в прошлом. Вот. И Нарадамуни именно вот эту вот удачу дает, потому что... Когда мы совершаем какую-то определенную деятельность, любая деятельность в материальном мире и в духовном, сказать, смысле, она всегда имеет два типа последствий. Одно называется дришта, видимое, второе называется адришта, то есть невидимые последствия деятельности. И так всегда. То есть, допустим если человек, ну, просто он там сел за стол, да, вот он сейчас будет есть. Да, вот. И а, на уровне дришта, видимо, что происходит? А, на уровне, а, видимо, пища стрелки перекачала в желудок, да, вот. и а, он получил вкус, потому что это все через язык прошло. Вот это на физическом уровне результат на психическом уровне он получил удовлетворенность. Наелся, ой, как вкусно было, дайте там добавки, как, как у вас, а что за рецепт, какие запахи, какие вкусы. Да? То есть физический эффект, то есть все, теперь это в желудке находится, а не в тарелке, не в кастрюле. А психический эффект это вот это чувство удовлетворенности, что вы вкусно поели, все здорово. Да? Вот, это Видимый эффект, видимый Дришта. То есть, все, я это могу реально увидеть. А, а Дришта это то, что я пока не вижу. И то, что я пока не вижу, оно может проявиться завтра. Допустим, если я съел какие-нибудь продукты несовместимые или не соответствующие моей конституции вот или они там какие-то были просрочены не свежие хотя это внешность как бы сначала я это не почувствовал да вот но э, это адришта невидимое оно завтра станет дрижтой вот я там седу в туалет и буду там сказать дришта, да все это будет из меня исходить будет не, невидимое станет видимым да, вот э, и так во всем допустим человек совершил э, пожертвование да, какое-то. Да. Вот, э, видимый эффект каков э, значит, на физическом и психологическом уровне. Вот, то есть, э, у него стало денег меньше, у другого стало денег больше. Все сказали, о, какой-то благотворительный, он себе заработал какую-то репутацию, сам себя внутренней поголовки погладил, какой я добрый, какой я спонсор. Да, вот это дришта, э, видимый эффект э, физический и тонкий, психологический. А дришта, невидимый эффект этой деятельности, он проявляется позже, что в следующей жизни к нему легко будут приходить деньги, потому что он сейчас занимается благотворительностью. То есть это Кришна вот как бы так устраивает, что раз ты такой добрый, благотворительный, нежадный молодец, значит в следующий раз тебе к тебе все это будет легко приходить. То есть и так во всем мы занимаемся духовной практикой, мы имеем какой-то видимый эффект, вот и мы имеем какой-то отсроченный невидимый эффект. Вот, люди, конечно же, всегда очень склонно они покупаются на видимые эффекты вот сразу вот вот покажите мне вот докажите мне да что вот это как-то там будет сделать меня счастливым потому что гуна страсти она всегда требует таких немедленных быстрых результатов вот покажите мне и если я убедился почувствовал сам на себе все я с вами вот. а если ваши результаты какие-то только вот ну адришта, а не они какие-то там потом когда-нибудь что-нибудь произойдет то на, на это мало кто покупается то есть такие долгосрочные эффекты они не сильно Сильно вдохновляющие вот поэтому существует два типа эффекта вот в духовной жизни тоже они есть два то есть когда человек знакомится с духовной жизнью вот он этот эффект дришта тоже наблюдает вот как-то он новые запахи, новые вкусы, новые впечатления, в каком-то новом мире оказался, увидел, чего раньше не видел, услышал, чего раньше не слышал, вот, какие-то вкусы попробовал новые, то есть есть этот эффект что И он говорит, слушайте, ну, прямо вообще здорово, вы для меня открыли что-то, да, вот, и начинаются там женщины выяснять, там, а, а что за рецепты, там, а это что, а это как, там, а как, что за божества, а как там сделать алтарь, там, а что за книги, там, а кто там еще что-то еще у вас интересного есть, да, то есть а какое-то вот что-то такое приходит а, через дришта, через, через зрение, через видение. Вот и на физическом плане, и на психическом плане я чувствую, что что-то меняется внутри, как-то ум вроде как поспокойнее стал, я начал понимать какие-то вещи, а, -а, а, вот оно как-то связано. Ну тогда все понятно, вопросы пропали, то есть внутри тоже психология меняется у человека. А Адришта эффект невидимый, он обозначает, что м -м, человек если он, допустим, даже в этой жизни не завершил свой путь по каким-то там отвлекающим факторам, или какие-то его пурва самскары из прошлого, какие коря настолько сильные, что вот он не смог там полностью оторваться от всего, по меньшей мере, через ум вот, это прошлое, оно как-то каким-то образом привело к нынешнему настоящему. А теперь это настоящее является залогом или оплотом фундаментом будущего. Да? Вот, и теперь, как в Бхагавангите Кришна говорит, тот, кто, допустим, в этой жизни не сумел в полном мере реализоваться, а в следующей жизни он рождается в благоприятных условиях, то есть его и кала, то есть место рождения и время уже более благоприятны, чем в прошлом. Вот, и там говорится, что он начинает искать принципы йоги, естественно, привлекаясь ими. Естественно, потому что уже самскара прошлого есть уже для него это как возвращение к чему-то более или менее знакомому. Вот. И когда человек попадает в какую-то знакомую среду, он себя чувствует очень комфортно. Когда он попадает в какую-то абсолютно незнакомую среду, я помню, один парень давно-давно, э, у нас там в первый храм в Владивостоке был, год 91-й, да, только-только открылся там у нас Саша, и кто-то его из анкертанчиков притащил с улицы, там книга какую-то распространил, а он такой вроде любопытный, но он был зашуганный полностью, то есть он зашел так в алтарную комнату, такой как, ну там алтарь был открытый, бакты там, значит, плясали, пели, вот. Он так стоял вообще у двери, так на всякий случай, чтобы если бежать, чтобы так сказать, уже недалеко было до двери. Он там стоял так в уголке недалеко от двери, и так вообще испуганными такими глазами, как какой-то прямо видно было, что он аж как, пристукнутый какой-то, так немножко в таком согнутом виде, так стоял, смотрел. Вот, и было видно, что это для него совершенно новая какая-то ситуация. Она интересная, но некомфортная. То есть он так смотрел ну, с непониманием. То есть он сейчас уйдет или он тут останется. Через какое-то время он адаптировался, все даже даже какое-то время пожил там вашими, вот. но первое его впечатление, оно было вот такое. То есть это обозначает, что человек раньше не соприкасался, для него это новое. А есть какие-то люди, которые прям вообще, вчера смотришь, он был какой-то там лохматый, сегодня он э, в тилоке такой, и такое ощущение, что он всегда такой и был. Это для него вот прям вот абсолютно такое, что это нормальное, естественное, комфортное. У него нет никаких там комплексов, что что-то он там какая-то секта его затянула. То есть он чувствует себя полностью комфортно, нормально, родная среда, потому что это уже было. И вот на уровне этих пурва самскар, самскар прошлого, оно как-то оживает, а теперь ему там три слова искали в философии, он говорит, а, все, я все, я все понял, все, все классно. Такое. У меня было ощущение, когда читал Бхагавадгиту первый раз, что я это все просто вспоминаю, что это где-то когда-то я учил, а потом и так думаю, да, да, у меня на каждой странице было такое внутри одобрение, ну, конечно, правильно, да, верно говоришь, давай дальше. Вот, то есть, не было никакого сопротивления, там, какого-то спора, а это почему, а кто вам сказал, с чего вы взяли. То есть, никакого внутреннего протеста абсолютно не было, было такое полное приятие. Вот, поэтому... В общем, связь прошлого и настоящего более или менее понятна. Да? И теперь осталась только вот эта вот последняя связь, настоящее и будущее, что ум является фундаментом для нашего будущего рождения. Вот. И давая свое благословение этому царю народ народному не надеяться, что вот это вот его все эти истории, все эти наставления, вся эта катха, которую он дал, она а, у, изменит вот этот вот ландшафт его ума и вместо вот этого привычного хождения по кругу самсары. Даже по даже благоприятному кругу, да, тут он царь, потом он пойдет на райские планеты, а потом, вследствие этого, когда он с райских планет придет, он же опять попадет в райскую ситуацию, правильно? Потому что так достается остатки вот этой вот кармы райской. То есть, в общем-то, так сказать, он в бизнес-классе со всех сторон, так сказать, по хорошему стандарту, его всегда обслуживают, обслуживают, чего еще искать. Да? Но народ ему не хочет его, как это сейчас говорит, из этой зоны комфорта да, выпнуть он говорит вот эти все вещи для того, чтобы они стали основой настоящей удачи для, для этого царя Прочинабархи, чтобы он уже, так сказать, перешел на духовный уровень. И вот теперь, даже если он, может быть, там за одну жизнь все не завершит наилучшим образом, это станет основой его уже развития в духовном плане. Ну вот, собственно, все, что я хотел сегодня сказать. Какие-то есть вопросы? Да. Вот в этом стихе говорится, и вы дальше раскрыли, что а, по внешнему виду, по жизни человека можно понять его а, прошлое, и по глазам, там, это зеркало ума можно оценить, что было. Но в шестом стихе «Нектарное наставление» говорится, что святого человека, духовных людей ни в коем случае нельзя судить ни по внешности не по каким-то вот ну, привычкам и так далее, а старым. То есть получается, что с духовными людьми это сложно работает, и очень сильно можно ошибиться, вот как бы определяя вот это. То есть нам ну, осторожнее с этим. Может быть? И а, и то, это. что вы сказали, шестой стих нектара наставлений, это немножко о другом. Это не в плане оценивания прошлого, а вернее, как раз не в плане анализа, что было, тут как раз можно все определить достаточно безошибочно, а в плане оценок. оценок. Оценок, это совсем другое. То есть, допустим, то, что было, это было, да? Но теперь вопрос, мы это не оцениваем, потому что сейчас уже все по-другому, да? То есть сейчас человек находится уже в духовной сфере, как Прабхупада говорил, того, кто стал под душ, мы не критикуем. Даже если он еще не чист, он в процессе омовения находится, очищения. Вот, поэтому... То, что этот механизм ума работает одинаково для всех, как и для материалистов, так и для преданных, это не вызывает никаких сомнений. То есть легко понять, чем человек занимался, да, вот по, по состоянию ума. Но понять или проанализировать это одно. А вот оценивать, да, или какие-нибудь там ярлыки вешать – это уже немножко другое. Да? И поэтому э, этот шестой текст нектара наставления он об этом что э, мы не должны э, по-прошлому этих людей оценивать их настоящее то есть ну как вот Пропада говорил что мои ученики там они были хиппи там грязными немытыми там употребляли всякие там субстанции алкоголь пили курили да а теперь они вот значит как ангелы свои кунхи да то есть вот все они так сказать, благодаря его влиянию то есть пропада сумел он приехал, да, и, значит, что он там? Он начал просто петь и говорить. Все, больше он ничего этим людям дать не может, да, вот он начал петь и говорить. Вот, и каким-то образом... Вот это вот его послание оно затронуло их интересы, потому что они находились в поиске это было время такое 60-е годы, молодежный бунт, там, против истеблишмента, поиски каких-то новых перспектив, и все. Значит, общество зашло в тупик, в кризис, мы ищем новые ценности. Вот. И они там увлекались Индией там, всеми этими делами. Вот. Битлз, которые в то время там блистали, да, они тоже вот, была их поездка в Индию с этим там махариши, махеш йоги, вот и значит тоже они там пытались какие-то все что там припевы там были Джая Гуру Дева Ом это это Битлз пели в те времена то есть вся вот это вот такая как бы индийское влияние очень сильное вот и поскольку их слушала молодежь то все думали, а что такое Ома, а что такое Джая Гурудева, да, что это такое, да, вот. То есть, и когда Гурудева приехал, Прабхупада, да, и запел там ну, не Ома Хари Кришна, вот, то есть, как-то там э, пазл стал складываться, да? этот один из учеников правопада Нирантара, он такой музыкант и такой ярый битломан был, то есть, он любил очень Битлс. Ну, как бы как там, продукт той эпохи, что все были в этих вибрациях тогда, вот. И у э, Битлса у них в шестьдесят году вышел альбом Help, помогите. Вот. То есть как раз и он, этот Нерантар, он записал свой альбом, у него называется Transcendental Beatles. То есть он взял битловские мелодии и свои тексты сочинил просто, так сказать. Вот. И там в аннотации к этому альбому он написал, что в 1965 году Beatles прокричали, типа, help, там, помогите. Вот вышел популярный альбом. Пропада услышал их запрос, help, в 1965 году как раз он собрался, так сказать, и поехал в Америку. Раз, раз зовете на помощь, ну, давайте, так сказать. Вот, и он приехал в шестьдесят пятом году в конце вот и началось все то есть как бы он так составил так такую ну, концепцию до да, что а, пропада да, откликнулся на этот призыв к помощи вот а, и действительно как бы то поколение оно взывало к этой помощи и была куча всяких разных там ну людей около духовных типа того же там Рави Шанкара, который там бренкал на своем ситаре, вот, или там какие-то того же Махеш Йоги, который говорил там о каком-то, так сказать, слиянии с чем-то там, успокоении, какой-то такой безличной трансцендентной медитации. Вот. А потом приехал Прабхупада, а еще этот, как его там, господи, Ширичин Мой тоже, ну, то же время примерно чуть-чуть ну, попозже даже он был вот то есть это были все очень модные вещи то есть все вот это вот извините было очень модно это был некий запрос но не хватало качества да? вот и э, приезжает проупада бум от него импульс исходит и вот те кто были готовы этот импульс откликнулся откликнулся да и вот это вот то что о чем мы в лекции говорили произошло произошел резонанс вот и теперь э, и все их, вот эти вот э, пурва самскары и Самскары рождения, Дэшакала, место, время и так далее, это все стало подвергаться сильной бомбардировке вот этого вот духовного влияния. Духовный звук, культура, вкусы, там все это. Вот, э, почему, так сказать, правопада даже поощрил на начальном этапе вот это производство было достаточно масштабное производство благовоний, называлось это, это вот spiritual sky, то есть это, вот духовное небо, то есть преданные благовония в больших количествах качественные сами делали в Америке, предлагали их Кришне вот, и значит, распространяли, потому что в то время это была очень модная тема благовония, тогда все эти дотеры не было, вот, все было попроще, вот. но они книги распространяли и в книги вкладывали порой эти приложенные благовония или пачечками отдельно продавали то, что божествам предлагали, и народ нюхал и так улетал, что называется, от этих вот трансцендентных запахов там и так далее. Вот. То есть это тоже были определенные самскары одухотворения чувств, да? а обоняние, ну связано с элементом земли, это наиболее грубая такая штука, да? вот, но тем не менее, это такое, ну, реально ощутимое. Если, допустим, там почувствовать нектар святого имени, это может не так-то и легко, то унюхать Кришну, в принципе, нормально. Вот. И это было очень модно, вот, когда они там нарушали где-нибудь правила на дороге, то есть у них была валюта, которую они расплачивались, это были благовония, они полицейским дарили, вот, и полицейские были очень счастливы. Они говорят, давайте там, где ваши эти вонючие палочки, это даже, 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 даже в Советском Союзе еще было, да, они говорят, так и говорили, где ваши вонючие палочки, давайте. Вот, то есть при этом мы с собой возили, кроме книг, обязательно благовония. Были. Это все тоже вот от Прабхупады прошло, вот эта вот инициатива. Не знаю, сейчас это Spiritual Sky жив или нет. Но, но тогда это был ну, и бизнес достаточно такой успешный. Вот, и э, вот эти вот э, самскары позитивные распространялись через это. <coughs> вот. Что я хотел сказать, я уже забыл. Ну, какая мысль была? Что ученики А. Да, да, да. да, 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 да что... что а у них было прошлое такое, там, хипийское, какое-то, может быть, наркоманское, такое, всякое разное. То есть оно было в духе того времени. Это все секс, драгс рок-н-ролл, это все было, так сказать, секс, наркотики и рок-н-ролл, это был девиз того времени в западном мире. Вот. Поэтому вся молодежь того времени, она была под этим. Вот. Но а, поскольку, так сказать, ну, очевидно, что среди какой-то общей массы людей были и люди подосланные, как говорится, свои такие казачки из духовного мира. Вот, то есть, потому что прямо говорил своим ученикам, вот, меня мой духовный учитель сюда послал, вот, ну что я могу сделать, один, значит, старик, поэтому он мне послал также и вас, то есть как бы как, как, команду. То есть поэтому какие-то, так сказать, спящие резиденты в, в, этой среде, они явно, так сказать, личности другого уровня, как династия Яду пришла, там, полу, как полубог, вернее, полубоги пришли, как династия Яду, с, люд, с виду это какие-то обычные люди, на самом деле это посланцы, то есть как бы вот, которые Богу, как говорится, в помощь в его миссии вот поэтому внешне это могли быть там и хиппи и люди которые непонятно что там едят пьют и чем занимаются но поскольку они привлеклись вот этим от посланием про упадок быстро проснулись это обозначает уже какая-то определенная внутренняя готовность вот и может быть не все из них но некоторые из них это точно так сказать вот те которые по меньшей мере сохранили твердость энтузиазм которые являются источниками вдохновения для других. Совершенно очевидно, что это непростые люди. Многие отсеялись, пришли, ушли. Вот, а те, которые остались, совершенно очевидно, что вот эта вот их стойкость, она и говорит о том, что фундамент там уже был. Понимаете? Фундамент уже был. Вот, если хороший фундамент, даже какая-то нагрузка, он выдержит. Если фундамент слабенький, нагрузка там все треснет, развалится. И поэтому многие там поуходили, что-то еще это обновляют. Именно как раз фундамента не хватило. Вот. А люди, которые проявили твердость, то есть ништха да, на нашем языке, твердый, духовно твердые, брахма ништха, это обозначает, что там фундамент очень крутой. А это обозначает, что их духовное прошлое очень сильное само по себе. Поэтому какая там настройка, что они там какие-то мохнатые, волосатые, пьяные, там обкуренные, внешне чисто сначала было, это не имеет большого значения. Вот поэтому для этого шестой стих «Нектар наставления» это то, чтобы мы не оценивали их. Но сам механизм работы ума, что он сейчас отражает прошлое а и становится основой для будущего, он неизменно остается. Да, да, одно дело анализ, другое дело оценка, Это разные вещи. А, скажите, пожалуйста, вот вы ведете проповедь, да, вы наносите тилку, вы говорите про Кришну, не боясь, что аудитория ну, отвернется, потому что многие как бы боятся этого новенькие. А вот в своей работе, вообще, вот я замечаю, многим мы стараемся там не, не говорить об этом, например, не беть мантры, не одевать одежду, лишний раз там не засвечивать какие-то конхиматы. Где правильный путь? Мы все равно должны быть на... Не то что с аудиторией на одной гуне, да, то есть если разные гуны, мы можем не, не впасть в резонанс. Или все-таки нужно говорить и вести свою работу, жизнь так, как она есть. То есть не, не пытаться как-то прикрыть это, завуалировать. То есть вот этот маркетинг, да, что вот мы не будем показывать, что мы преданные Кришнаиты, ну вот будем как-то так попроще, поближе к народу, так будет понятнее. Или все-таки нужно быть самим собой и это будет все равно найден отклик в аудитории. Здесь нет какого-то универсального рецепта, потому что существует место, время и обстоятельства. И поэтому, допустим, Шила Прабхупада, он действовал как саньяси. Да? Ему-то говорили, с вами же оденьте лучший костюм, там, значит, значит, там смокинг, да, галстук. Вас будут серьезно воспринимать как своего, будут слушать. Пробовал говорить, нет, я саняси, то есть у меня нет такой задачи. Вот. И поэтому он сидел на полу, ел руками, значит, ходил в вайшнавской одежде, стилкой, даже зимой там какое-то пальто. Ну, сначала у него там, что было, то было, потом ему уже пошили там какой-то шафранового цвета, там, значит, такое пальто. Вот, то есть. Это его позиция, он саньяси. Первое качество саньяси – это абхая, бесстрашие. Он полностью соответствует имени Прабхупады, абхай, -чаран, да. То есть, вот это э, качество саньяси, бесстрашие, оно и позволяет ему так себя вести. То есть, ему нечего терять, потому что страх – это боязнь что-то потерять, понимаете? Репутацию, место, там, деньги, неважно что. Да? То есть, это называется страх. Саньяси, его социальный статус, он ему дает вот такой, как говорится, карт-бланш. То есть, он, э, это его преимущество. Поэтому он бесстрашно все делает. И можете его ругать, критиковать неважно. То есть это, это его полная зависимость от Кришны, полная бесстрашие. Это саньяси. Но если мы будем в своей деятельности как бы вести себя как саньяси, не обладая нужной квалификацией, от Хикара это будет нелепо и смешно. Вот, поэтому каждый человек действует на своем уровне. Человек, который, допустим, как-то сам не очень уверен в том, что он там преданный, не вот а где-то как-то он может и скрывать какие-то атрибуты. Мы его за это не виним, потому что он действует на своем уровне понимаете и он не может имитировать саньяси вот если он сейчас придет весь там сказать разукрашенный в тхоте сари обкрученный там всякими там этими кантималами и тилоками и так далее и народ от этого разбежится в разные стороны ну блага от этого никакого нет да вот поэтому он может как говорится так войти, войти э, иголочкой да э, и выйти плугом вот и более того э, важно в эту тактику похоже применяли давно э, потому что когда значит, этот самый Хераника Шипу буйствовал по поводу того, кто мне сына испортил вообще, когда он в прохлада, там, значит, в прохлад начал учиться в школе, какое-то время прошло. И вот, значит, хераника Шипу сажает его на колени, говорит, ну, сынок, расскажи мне, чему ты там в школе научился, чему тебя полезному научили. Кто-то ему начинает, значит, вот слушать о Господе Вишну, воспевать его святые имена, это самое лучшее. Херанья конечно, у него там, так сказать, от удивления в <laughs> челюсти отвалился, Он говорит, кто тебя научил вообще этому всему? Что это вообще за ерунда? Он вызвал учителей этих. Говорит, чему вы моего сына учите вообще? Они говорят, да мы сами таких слов вообще не знаем. <laughs> То есть, от, откуда он всего этого нахватался, да? Вот. И э, Хераника Шипуска Легович говорит, будьте внимательны, потому что эти вайшнавы иногда переодетые приходят. То есть то, что вайшнавы где-то могут скрываться или переодеваться, это похоже давняя практика. Потому что не, не все, как говорится, так это ну могут товар лицом принять. Вот, поэтому где-то как-то оно вот так вот ненавязчиво может быть. Поэтому это просто проявление гибкости в материальном мире. И тут уже каждый ведет себя, если, допустим, у человека такая красивая, ровная, яркая, тело, приятно посмотреть, как, как, как косметика фактически, да, а если у него там, извините, так все нанесено, что как птичка там накакала сверху, да, и это все, и он такой гордый, да, люди смотрят, они не думают, это что, культура такая, да? То есть есть такие люди, которых, ну, не знаю, какие у них там руки там или пальцы, они себе так поставят, что лучше бы ничего не ставили. Вот, поэтому, а, если это культура, то... Или он ее вставил там позавчера, да, а, сегодня он забыл умыться там, и у него там кусками там там здесь ну бывает ну, ну просто вот неаккуратные преданные бывают такие вот они там или тхотью там мятая какой-то или вот эта вот тилока вот и при этом он в зеркале себя может уже давно не видел но это мужчин больше частью касается женщины то они как бы внимательны к этим образом вот а мужчины такие бывают они абсолютно трансцендентные то есть что там у него на лице это его не волнует и он значит с таким трансцендентным задором что-то там рассказывает про высшую культуру и все прочее люди смотрят говорят ты вообще кто вообще парень там ну, ты бы себя сначала как говорится в вид приличный себя привел а потом уже рот открывает вот, поэтому если мы используем какую-то, так сказать, атрибутику, внешний вид, это все должно быть безупречно, красиво, аккуратно, производить. Дальше человек не понимает, что это, он понимает, ну что что-то, видимо, важное, это гармоничное, красивое, просто я пока не понимаю. Вот, поэтому здесь нету какой-то единой тактики, обстоятельства, обстоятельства диктуют тактику. Вот. Если мы не проявляем гибкости, то просто-напросто, так сказать, как, как динозавры, вы мы будем в музеях. Было такое движение Хари Кришна, исторически, да, вот так вот, вымершее, да? То есть это будет такова судьба, если мы не будем проявлять определенные гибкости. Хридайнанда Махараш не так давно рассказывал, он говорит, что вся наша традиция проповедническая, это традиция адаптации. Постоянные изменения, постоянная адаптация. Он приводил пример, он говорит, что, допустим, во времена того же там, Рамануджи Ачари или Мадхова, Ачари, не было нужды спорить там, с какими-то атеистами, их просто не было, атеистов просто не было. Но главная опасность вайшнавизма была, были имперсоналисты. Вот это моя вада, и поэтому Рамануджа и Мадхвачаря, они большей части своей проповеди строили таким образом, чтобы громить им персонализм. Потому что это была реальная опасность того времени в Индии. Вот, и поэтому они стали, как говорится, вот такими мастерами именно в этой сфере. Вот. Но, допустим, сейчас, начал бы тут Рамануджа там всех громить там или Мадхавачаря, мы бы подумали, о чем это он, да, то есть потому что, ну, вроде как нет в среде вот это вот такой, ну, они, потому что они бились с Шанкарой, вот Шанкарачаря, есть, допустим, в проповеди того же Нимбарки вы ни слова про какой-то там имперсонализм вообще не встретите, потому что Нимбарка жил раньше, он был самым старым из них. то есть он, он, жил раньше, он еще до Шанкарачарии жил, поэтому он с имперсонализмом не, боролся, не боролся, потому что и бороться-то а не с кем, собственно говоря, было а Рамануджа и Матхавачари они уже были после Шанкары. И влияние Шанкары было очень-очень сильным. Вот, поэтому они, они с ним боролись. Да? Вот, или, допустим, когда Пропада вот начал проповедовать в Америке 60-е годы каким-то странным образом среди какой-то такой интеллектуальной американской молодежи почему-то почему-то были популярны ну, поменьше интересные идеи коммунизма и вот отсюда, отсюда возникла проупада сказал а вам интересен коммунизм окей сделаем духовный коммунизм в шастрах вы ничего не найдете про духовный коммунизм. Это э, чисто адаптация правопада. Если вы возьмете теперь, допустим, Ишапанишат, первые мантры, там он прям духовный коммунизм, духовный коммунизм. То есть он использовал интересы американской молодежи, такой радикальной немножко, да, к коммунизма, там какого-то равенства, братства, справедливости и так далее. Добавил слово духовный, и говорит, вот все, духовный мир это место духовного коммунизма. И сказали, джай, классно, да, интересно. Вот. Или, допустим, там э, молодежь, там вся эта, как говорится, торчала на наркотиках, да, у них вот это вот э, выражение там было, to stay high, то есть, так, быть на высоте, да, вот. И Прабхупад написал листовку там, stay high forever, да? будьте на высоте всегда. То есть, он использовал тренд того времени, да, что вот, как говорится, там сейчас мы э, закурим и полетим, что называется, да, там в какие-то выси. Он говорит, окей, да, да, летайте, летайте высоко всегда, только при помощи не наркотика, а при помощи возвышенного сознания. Вот. А когда, допустим, преданные там даже сделали эту листовочку «Духовный коммунизм», потом они, когда поехали, почему-то ну, попали значит, в Южную Корею, там решили проповедовать, не учли абсолютно местных, абсолютно 100% антикоммунистических настроений, с этими брошюрочками туда завезли «Духовный коммунизм», их оттуда выгнали, депортировали, на многие-многие десятки лет их не пускали. Понимаете? Вот. То, что пришлось ко двору в Америке, там американской молодежи вообще не пришлось допустим там, потому что для Южной Кореи коммунизм это такая больная головная боль, потому что у них тут рядом сидят эти товарищи, так сказать, Северная Корея со своими там какими-то непонятными коммунистическими идеями, поэтому у них на слово коммунизм ну просто аллергия вообще железная, да? То есть это к тому, что актуальность в одном месте невозможно перенести на актуальность в другом месте. Вот. Поэтому фактически вся наша традиция, проповедь это, это традиция адаптации. Сейчас актуально это, поэтому мы берем, так сказать, а Кришна-то он универсальный, да? в нем найдется ответ на любой вопрос. Поэтому сейчас вот это модно или это вот интересно, пожалуйста, там, вас интересует там, психология, то, все, другое, третье. Кришна вам все, так сказать, все эти вещи разъяснит. Да? Вот, поэтому, если жизнь меняется, а она меняется, но мы не меняемся. Вот, нас ждет судьба динозавров, это очевидно. Вот, то есть, допустим, если преданные проповедуют вещи, которые абсолютно не актуальны, то есть они вот эти вот струны не затрагивают людей, что, что сейчас людям интересно, это не обозначает, что мы должны идти на какие-то компромиссы с ценностями. Нет, это просто способ эти ценности донести. Вот и все. Вот, а язык, через который мы это делаем через который. Это может быть язык современной актуальности. Что там сейчас в тренде, что сейчас модное, или, как вы говорите, актуальное. Да? Все. Вот и все. Это не изменение проповеди, это изменение подачи. Сама суть э, – Бог, душа, предайся Богу, идея служения, бескорыстной любви, это трансцендентное знание – оно никуда не меняется. Но мир меняется. Мир меняется. И если мир меняется, а мы не меняемся, ну, представьте себе, да, вот Парубада сказал, распространяйте книги. Все, мы распространяем книги, распространяем книги. Появился интернет, появилась эта вся цифровая технология. Мы можем перевести все книги в цифры, и выкладывать их в интернет. Нет, нам Парубада сказал, только вот такие твердые книги с переплетом. И что бы было, понимаете? Все, вы набираете в интернете Гита, как она есть, а там такая суровая записка, типа, не валяйте дурака, идите в храм на Каусине на там, 19, купите твердую копию. Бум! И вы такие, да, суровые вы ребята. Пожалуйста, вот. вы можете купить эту твердую копию, что называется. Но в интернете это тоже должно быть. Если бы какой-нибудь такой, знаете, ну, консервативный товарищ сказал, что никаких, никакого у нас там вообще цифрового варианта вообще никогда не будет, то сейчас при, вы, вы говорите, какой там стих, а раз-два в этом фолио, хоп, вы и нашли на планшете, на телефоне, там где угодно. Да? Вот. А если бы мы не проявили вот этой вот гибкости, ходили бы все так сказать под мышками с книгами там и так далее все листали бы там все смотрели подчеркивали то есть совершенно очевидно что жизнь меняется и вот эти вот тенденции их улавливать совершенно необходимо иначе это просто будет какие-то знаете вот это вот амиши вот эта вот группа в Америке которые там все они полностью никакой техники вообще никакой современности все они там тяпками пашут землю значит там э, все то есть все такое как бы у них натуральное да все классное но это культура которую ну, как-то там сами себя воспроизводят но это все они как бы такая ну, реликты такие да то есть на них смотрят как на каких-то не знаю тоже там не вымерших там из красной книги каких-то животных да то есть они не могут распространяться потому что они от современной жизни отстали полностью. То есть они интересны как вещь в себе, вот, но <laughs> они не несут какой-то такой ну, актуальной прямо вот идеи, ценности, которые люди бы с радостью принимали. Вот, поэтому Возвращаясь опять же к этому механизму, да, что Кришна же он играет на, на струнах, да, то есть он же, он же музыкант. Вот, и поэтому у нас какие-то струны есть внутри, есть внешние какие-то импульсы. И Кришна использует эти внешние импульсы для чего? Именно? Для того, чтобы затронуть наши внутренние вот эти вот струны и пробудить нас. И не только нас, как преданных, а также материалистов. Он же задача, какая у него, и худхам, ювидат, хати, а, как там, а, нити -нити нам, и наш, чета на нам, и худхам, хоть кама, что среди вечных сознающих живых существ есть одно высшее вечное сознающее существо, которое исполняет желания всех остальных незапамятных времен. И материалистов, и преданных. И у каждого свои струны, у каждого своя какая-то актуальность внутри сейчас. И для того, чтобы пробудить актуальность материалиста, он через других внешних людей говорит: вот, вот. Ты говоришь: о, интересный, куда-то там пошли. Вот. Но в конце концов самое главное – это духовные интересы пробудить. Поэтому он сюда посылает Садху в этот мир людей, которые своими вибрациями духовными, да, и своим образом жизни какой-то внутренней силой примером они затрагивают уже интересы тех, кто духовно как-то пробуждается. также должны свою удачу оценивать как э, на родомуне? И стоит ли имитировать, что ли, получается? То есть, все, что с нами происходит, это должно оцениваться с позиции, насколько это благоприятно для души. Правильно я понимаю? Да. Потому что тело, ум, они являются проекциями души, они порождены душой. Ум это э, сознание отклонившееся от Кришны а тело э, это просто инструмент для осуществления этих желаний ума. То есть как, как у нас происходит вот душа вот душа э, она смотрит на Кришну все в порядке. когда она делает что Кришна бахермук хаджан отворачивается ли то от Кришны вот э, теперь если вот я смотрю на солнце я вижу солнце если отворачиваюсь от солнца что я вижу я вижу свою тень от солнца, правильно? И вот эта вот тень, это не я, это ложный я. Так вот, когда джива отворачивается от солнца, появляется ложный я. Когда, вернее, джива от Кришна отвратится, появляется ложный я. И ложный я ⁇ это тонкое тело, тень, которая теперь... А в тени что может образоваться, если там пошел дождик, а потом в тени что? Там лед может образоваться. Лед ⁇ это уже грубое проявление воды. И поэтому ум ⁇ это результат того, что мы отвернулись от Бога. Материальный ум материальные желания его. А теперь, чтобы материальные желания существовались, нужны внешние проявления, физическое тело. Все, вода превратилась в лед. Теперь у нас кусок конкретный. Ум это же вода, он животная природа обладает, правильно? Поэтому он волнуется, волны там. Ум это вода, это тонкая форма воды. Вот. А, поэтому теперь, когда вода превратилась в лед, вот он физическое тело. И если ты смотришь на это материальное желание, ты вроде как не видишь в нем, что оно каким-то образом полезно для души. При этом, так как материальное желание есть и они исполняются, какое-то ощущение радости приходит. Да что же мы теперь тогда должны испытывать эту радость или как бы считать, что а, эта радость у меня не Мы позволяет? можем испытывать эту радость, но мы должны ее анализировать с позиции вечности также. То есть, допустим, сегодня хорошая погода, сегодня вкусный обед, сегодня там такие приятные впечатления. Я почему не должен радоваться? Я радуюсь, но я понимаю, что это сегодняшний день. А завтра может быть все по-другому. Все. И поэтому, допустим, сегодняшняя моя радость, это радость живущая, однодневная радость. А завтра, а завтра мне какая-нибудь ну, другая радость, в кавычках, придет, да, допустим. Вот, поэтому э, я вполне могу этими вещами наслаждаться, при этом не должен забывать о природе этих вещей. Для этого мы даем знания. И поэтому-то, э, Кришна говорит, тот, кто не слишком радуется, не, не, не радуется, а не слишком радуется и не слишком печалится, вот это человек здорового. ума, понимаете? Вот, То есть мы радуемся но мы не слишком радуемся почему потому что мы знаем природу этих приятностей сегодняшних что они временные поверхностные вот и все поэтому мы радуемся но мы не обольщаемся не слишком радуемся именно потому что мы понимаем ну вот сегодня хороший день сегодня все срослось все замечательно сегодня жена приготовила вкусный обед вот, а завтра она уехала по делам и я питаюсь чипсами там или завариваю себе лапшу и все и вспоминаю про вчерашнюю радость Радоваться нельзя на Можно, но если мы забудем о природе этой радости, то мы впадем в иллюзию. А когда иллюзия, тогда мы будем и слишком сильно страдать. Потому что это же дуальная вещь. Не слишком сильно радуется, но и не слишком сильно страдает. Вот как бы самый момент-то тонкий, понимаете? Потому что если я нахожусь в иллюзии, то я буду слишком сильно страдать. А когда я обладаю знанием, страдаю, я страдаю. Болею там что-то, какие-то неприятности, но не слишком сильно. Почему? Опять же, благодаря знанию. И поэтому, когда я наслаждаюсь, я наслаждаюсь, но не слишком сильно. Почему? Потому что при помощи знания я знаю природу этого наслаждения. Поэтому это не то, чтобы плохо, ой, нельзя там слишком сильно радоваться. Это же позволяет и не слишком сильно страдать. Вот это и называется гуна благости. по полной. Значит, не хватает понимания природы. Давайте, последний, наверное. Да, вот в комментарии здесь Шилопрапада пишет в конце почти, мы должны полностью избавиться от материальных желаний и прекратить заниматься философскими поис поисками истинной кармической деятельностью. Вот у меня вопрос по поводу философских поисках истины, ведь э, мы вот когда читаем Бхагава, там обсуждаем, это же ведь тоже поиск абсолютно. Абсурд... Вот что вкладываешь что в Вырванный из контекста. Прочитайте предыдущее слово. Предыдущий он сказал там анябхилаши Ташуньям, гена карма дианайн, правильно? Да. А потом перевод Вот. И, и теперь это что обозначает? Анабхилашташуньям? Э, это обозначает определение чистого преданного служения, что уже у существа нет э, в преданном служении, в преданном служении нет. Ожиданий кармических плодов и нет ожиданий безличного освобождения. Поэтому в контексте конкретной фразы, как, как часть перевода вот этой санскритской фразы, это обозначает, что бхакти не должно быть покрыто ни кармой, ни гьяной. Потому что иначе будет нонсенс. Ведь когда мы читаем э, про 19 компонентов знания в Бхагавадгите, 13 глава стихи с 8 по 12, там философский поиск абсолютно истины. Это важный момент, который является частью знания. Правильно? И тут мы говорим что-то у нас не совмещается. Поэтому, когда мы видим, какие-то вещи не совмещаются, смотри контекст. То есть в данном случае... Парупада не осуждает философский поиск абсолютно истины. Он просто переводит такой как бы парафраз на перевод этой вот фразы, что гьяна кармади она вретам, ни гьяна, ни карма, и не покрытая бхакти должна быть. И поэтому дальше он пишет, первое, это стих по цитату, второе, значит, он что не должно быть кармой гьяны, и потом ниже, что он пишет, он говорит, что поэтому человек должен лучше всего, предпочтительно, он должен заниматься преданным служением. Правильно? Вот и все. Это и есть парафразный перевод вот этого определения чистого преданного служения. что часть да, последний этот, стих еще должен искать. прямыми и косвенными, и косвенными путями. путями. Да, то есть, когда Брахма объяснил ему, да, то есть, в чем там Чатуршлока Бхагава, там, что, он говорит, все, что существовало до творения, это я, все, что существовало во время творения, это я. Все, что останется после творения, это я. И говорит, как вот элементы входят и не входят, так сказать, вот, ну, в окружающий мир, так и я вхожу и не вхожу. Потом он говорит, что значит, знай, Брахма, что все, что кажется тебе привлекательным без связи со мной, это есть отблеск моей иллюзорной энергии, значит, вот отражение света во тьме. И последний стих Чатуршлоки, он говорит, что ты должен искать эту абсолютную истину всегда и везде при всех обстоятельствах, как прямыми, так и косвенными путями. Вот это Бхагаватам в четырех стихах. Да? Вот. И косвенные пути. Там в комментарии намек на то, что вот есть как бы чистое преданное служение, а есть варнашема. То есть это ну, учет нашей материальной природы, там, и так далее. Если переводить на другую терминологию, это будет обозначать, собственно говоря, не врите марки праврите марк. То есть, чистое преданное служение, не врите и значит, все лишнее забор, просто идем к Кришне и все. А варнашема фактически обозначает праврите марк, то есть учет своей материальной природы, использование и так далее. И отсюда, как бы в контексте современной культуры, можно массу всего вывести, что такое прямой путь что такое. Ну, прямой путь-то понятно, он не меняется. Вот. А косвенный путь, он меняется, потому что обусловленность меняется. Условия жизни, там обстоятельства, мода, тенденции, какие-то и прочие вещи. Допустим, я не помню, чтобы там в 70-е годы кто-то увлекался психологией. Вообще, что за странное увлечение такое. А сейчас это массовое увлечение, допустим. Да? Вот, поэтому э, в том... В те времена вряд ли психологию можно было использовать каким-то образом в проповеди. А сейчас только давай, да? Вот потому что тема раскрученная на слуху у всех там и так далее. Вот и все. Ки Джай, Шила